Различные звуки, которые вполне могут стать музыкой. Сегодня отмечается интересный праздник – День необычных музыкальных инструментов. Какие они бывают и как эту дату отметили в Первоуральске, расскажем далее. Максим Гамазетдинов показывает необычный музыкальный инструмент. Такой гибрид духовых и клавишных называется пианика или мелодика. Сама по себе штука очень интересная. Интересная чем, что звук губной гармошки, который можно играть там всеми пальцами, не солировать, получается, а, собственно, издавать, получается, аккордами там, и так далее, и тому подобное. Ну, это интересно, на самом деле. Можно где-то использовать в каких-то творческих задумках. Пианика – подарок жены, признается Максим. Для Читы Гамазетдиновых музыка – дело семейное. Вместе они отмечают и сегодняшний праздник, 31 июля, день необычных музыкальных инструментов. В их числе казу – народный инструмент с бумажной мембраной внутри, на котором не играют, а буквально поют. Вот я сейчас воспроизведу звук своим голосом и спою в казу. Ту-ду-ру, ту-ду-ру. В пластиковую. Ту-ду-ру. Вот. Очень он интересен и тренирует такой вокальный прием, как твенг, по-разному его называют, что тренирует вокалистам звонкость в голосе, потому что твенг переводится как звон. А этот музыкальный инструмент по форме, похожий на летающую тарелку, называется ханг. Играет на нем участник нескольких первоуральских групп Дамир Харисов. С детства я был всегда заинтересован музыкой. Изначально я хотел быть гитаристом, представлял себе, как я буду играть на гитаре, на сцене будут миллион фонариков светить мне в лицо от зрителей. Но потом как-то пришлось переквалифицироваться в барабанщика, потому что у нас никого не было на тот момент. Интересный момент. В ансамбле народных инструментов «Веснушки» тоже есть место необычному. Сыграть здесь могут даже на пиле. Правда, зубья у нее убраны, чтобы не пораниться. В числе необычных музыкальных инструментов также кахон, дословно коробка или ящик. Необычными музыкальными инструментами зачастую могут стать и обычные вещи, которые находятся под рукой. Например, взять вот такую металлическую линейку. Из нее тоже получается извлекать звуки. Вот так, например. И если применить творческую фантазию, то эти звуки вполне могут стать частью какой-нибудь композиции. Здесь главное линейку не сломать и мебель не испортить. Алексей Вербицкий, Денис Храмцов. Новости. Первоуральск.